Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю новое видео, которое будет называться «Обида сардельки». Надеюсь, вам понравится это видео, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А я начинаю! Да, это самый обычный день для всех нас. Вот, у Беззубика и Дневной Фурии скоро родятся дети. Ой, Дневная Фурия, как я рад за вас, Беззубик, а ты рад? Да, я тоже очень-очень-очень рад. У Кривоклыка тоже появилась подружка. И кто знает, может быть, у них тоже кто-то родится. О, Кривоклык, какая она у тебя прикольная. Такая гигантская. Вы с ней похожи, ну, только если не считать того, что она титан. А так, в принципе, все очень хорошо. У Крамгильды искрила все тоже хорошо. Ой, девочка, ну что, сегодня полетаем? Скрил, а ты с нами? Вот и шикарно. А как же я? У меня никого нету. Мне так одиноко. И я поняла, что у меня так никого и не будет. Но я решила то, что будет очень правильным решением. Я просто уйду от них, раз уж они не хотят никто со мной общаться. У меня даже хозяина нет, а у них у всех есть. Я решила, что я от них улечу. Может, так будет даже лучше. Да, она очнулась. Что? Смертохват, ты жив, но мы же думали, что ты погиб. Как я рада тебя видеть. А представляешь, как Крамгильда будет рада тебя видеть? Она не будет рада меня видеть. Отойди. Ты чего? Что произошло? Много что произошло с того времени, когда вы взяли и бросили мне одного умирать. Но мы тебе не бросали. Тихо! Думаю, будет правильным, если я все тебе расскажу. Ну, если ты считаешь это нужным, то молчать! Здесь я говорю. Что? Ты мини-король, чтобы я тебе подчинялась. Это во-первых. И почему ты не вернулся к нам, Беззубику и всем остальным? Это во-вторых. И что здесь делают остальные? Что вы все здесь делаете? А ты не догадываешься, что мы здесь все делаем? Нет. Но мне было бы интересно узнать, что вы все здесь делаете. Я бы сказала Беззубику, и он бы что-то предпринял. Ой, глупая сарделька. Ты даже не догадываешься, что происходит? Нет. А мы все давно поняли. Видишь ли, Беззубик, он самый знаменитый, самый крутой дракон и почитаемый. Его все знают и любят. И что? Пойми, у нас даже нету хозяев. У нас никого нету. Мы просто самые брошенные драконы. Думаю, будет правильно, да, если Смертохват тебе все расскажет. Да. Говори.
Все произошло после того, как я упал, так скажем, в ущелье. Понимаешь, когда я тогда упал в ущелье, я долго не мог прийти в себя. Я лежал, иногда шевелился, но я не мог подать голосу. Я думал, вы там страдаете без меня. Я думал, вы там сражаетесь и все такое. Я хотел подать голос, я хотел что-то сделать, хотел, но у меня было слишком мало сил. Я не мог ничего сделать. Потом, когда у меня появились силы, я начал потихоньку взлетать. Но у меня все равно ничего не получалось. И тогда я собрал все силы, что есть, и у меня получилось, я взлетел. Я начал вас везде искать, и я не нашел вас. Я искал вас во многих местах, и это продлилось очень большое время, пока однажды... И вот я однажды увидел Грангильду. Я был счастлив. Я уже хотел подлететь, обнять и все такое. Но вдруг... Да-да, смешно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так и было. Я... Ой, я не могу вспомнить. Ага. Я думаю, если бы здесь был смертохват, он бы ничего не понял. Потому что он никогда не умел смеяться. Ага. Он вообще ничего не умел. Я думаю, правильно, что его нету. Ага. Услышав это, в моем сердце что-то изменилось. Я понял, что я никому не нужен. И я решил просто улететь. Вот так вот. Я понял, что тогда, когда был жив Гримель, он говорил правду. Они все глупые драконы. Лучше быть одному или служить тому, кто порабощает и убивает их. Но ты сам дракон. И что? Я дракон-охотник, убийца таких, как вы. Зря я поверил в то, что драконы могут быть добрыми, хорошими. Это полный бред. После этого я знал, что делать. Я понял, что Грангильда меня уже не любит. Любит, правда, она тебя любит, любит. Я это знаю. Нет, неправда. Я сам это видел, понимаешь, я сам это слышал. Может быть, это какая-то ошибка, почему ты к ней не полетел, ничего не сказал ей? Потому что я решил. И тогда я нашел вот точно таких же драконов, которых тоже кто-то бросил, кому-то они не нужны, или просто, которые всегда находились на заднем плане. И я решил, что мне нужно больше драконов. Для чего? Для чего тебе нужно больше драконов? Для того, чтобы сделать свою армию против Беззубика и всех его добреньких драконов. Мы драконы. Мы убийцы. Убийцы иногда даже своих сородичей. Мы не должны быть такими хорошенькими, милыми. Поэтому я решил свергнуть Беззубика, чтобы самому править этим драконьим миром. Так как я хочу, чтобы люди, эти милые в кавычках создания, нам не мешали. Я просто их всех истреблю. Да чего? Это неправильно. Люди хорошие и драконы тоже. Это ошибка. Это не ошибка. Ты, наверное, думаешь, что я еще люблю Грангильду? Ни капли. Вот так. А так как ты к нам забрела, думаю, ты послужишь для нас. Нет, 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 нет. Остановите ее. Держать. Ой. Что ж, теперь я починю тебя навеки и вовечно.
Что ж, зовите сюда нашего нового короля. Малыш, иди сюда. Что? Знакомься, это твоя мама. Что ж, теперь все будет идти как по плану. Ты уверен, что этот мелкий дракон сможет одолеть Беззубика? Поверь, когда он вырастет, Беззубик будет все старее и старее. И у него не будет просто шансов против нашей новой марионетки. Его. Надеюсь, твой план сработает. Я тоже на это сильно надеюсь. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Если вы хотите продолжение, то давайте наберем много лайков. И тогда, возможно, я выпущу продолжение вот этой истории, только это будет уже отдельный сериал. Если вы хотите сериал, то пишите в комментариях, ставьте много лайков и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда я выпущу этот сериал. И всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Жми на фоллоу.